Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Полный восторг у предпринимателей, экологов, представителей пресс-службы, а также случайных наблюдателей вызвала лекция основателя американской компании The Green Program Михаила Наумова. Поскольку The Green Program занимается внедрением технологий в альтернативной энергетике, а также подготовкой кадров в этой сфере, Михаил Наумов встретился с представителями направления «Экология». Для американского бизнесмена российского происхождения Силиас стал второй молодежной площадкой. До этого Михаил побывал на Селигере. Мне кажется, такие молодежные форумы особенно полезны для предпринимателей, потому что они дают им возможность общаться, дают им доступ к экспертам и к состоящимся людям, которые могут им помочь, ну и, естественно, доступ для развития и к деньгам, к инвестициям.